Следующие все взрывы духов идут нахуй по Адону, не ебет. Хотите оспорить, смотрите видео, кидаете ссылку. Просто в одной гильдии так и было. Видео писалось каждый рейд, и ГП давалось уже через часов 10 после рейда. Просто Рейл пересматривал видео и записывал все косяки, а потом ты приходишь, и тебе прилетает 1000. И ты потом думаешь, а за что? А они тебе рассказывают, на этом боссе, на этом боссе. Рыбу. Да. Я в фурике побуду, чтобы адов лучше сливать. А то плохо они льются. Магия тем. Контроль. Вот мистер Дайбаттер, тайный маг. Войт убил. Или кто там? А, нет, турбой. Почему вы босса льете, блядь, если моб живой? Вы бесите, блядь. Я тут одна буду. Ну давай ты с лестницы тянуть будешь моба, бля, и не будешь тогда пиздеть, что ты одна тут. Нету шарпи, нету никого. Я не знаю, как ты ставил войд. Я тебе говорю, как есть. Да. Тянуть, ну а что делать, что еще? Трэш. Да
У нас хапал лежит. Он был фуловый и упал. Он себя захуярил, шевелер. Нет, не, он, если он в контроле шевелешки удал, у него личный урон. Не вот точно. Не перевели вовремя, нахуй. Трэш вышел. Да еще то дофига его вышло, нет? Потому что надо переводить стоп этим. Войд, вот ты сейчас ничего сказать не хочешь? Ну, то, что ты Шеймон бегал, зеленого бабла зарубил. Ну, вот так вот. В контроль. Ну, вот посередине комнаты. Скажи, такого не было? В смысле? Ну вот, когда ты в контроле был, Шеймон побежал, зеленого бабла зарубил. Да, написано, вот что ты убил зеленого брата. Да, с кровожадностью на 8900 там въебал, что ли. Ну вот, ну вот так, что не все косячат, и не надо на всех пиздеть, пожалуйста. Я ничего не хочу 200 сказать. 200 гп. Потому что все не без греха, все косячут, все люди. Ой, танк. Я хочу нахуй и покомандовать, мне похуй. Я могу еще с ГПшки расхуярить. Если так люди хотят. Да. Потом бежайтесь, не бежайтесь, я ГП не снимать не буду нахуй. Пока доказательств не будет никаких нахуй, делайте что хотите. Мне кажется, очень плохо ады сливаются, не? Ады по сравнению с следующим предыдущим КД сливаются нормально. Тогда вопрос такой для миликов. Почему моб с маной стоит один, кастует, вы бьете? Отвечаем. Это где-то... Шарпи, такое... твой моб с лестницы. Тянешь его к остальным. Потяни. Промахнулся, сказал дискорд. Ну все, ничего страшного не будет. Просто ты его вообще не тянул, потому я подходил и вытягивал его с лестницы сразу к себе. Кулак жду. Молитва темной магии сняли. Все маги, вы диспелите и даете овцы, если даже не законтроленные. Только законтроленные сразу даете овцы после законтроленных, чтобы у них хп родили. Вижу неслитую зеленку, нахуй. ГП. Без того, что она у вас отходилась. Ну так смотри, вот сейчас вот конкретно... меня да все, не надо конкретно, контроль. Чек на пул. Контроль взяли, потом, меня потом. В контроле влетел этот Препрестовский, то ли ШВП, то ли ШВД, не суть. Он снимет овцу. Мне похуй, снимет, не снимет. Так, где заливается плохо МБ? Я иду направо. Возле звезды плохо заливается МБ. Еще раз одна гера, без команды нахуй ГП.
подтягу. Фанатика забери. Контроли. Расконтролили все. Мага законтрольте, мангала. Так. Бьем пока босса, только не милики. Готовимся трэш через 5 секунд. Ушли уже все от босса милики. Трэш вышел. Шар пикини там фанатиком. Готовьтесь к контролю через 3 секунды. Раздали контроли. Я в контроле. По мне контроль, я сейчас убью нахуй. Где, блядь, контроли? Пушка у меня снята нахуй. Я не знаю, как вы так делаете, блядь. У тебя одна пушка снята, а вторая не... Да заебали. Вторая, не вторая, какая нахуй разница, блядь? Я фурик нахуй, две не должна сниматься, блядь. Он должен на вот, поэтому ты Иваншу. Трэш влились. Контроль через секунду. Чуганяка. Откатится, даешь бэр. По этому, по мосе. Трэш слили. Я вышел с боя, нихуя себе. Трэш долили, алло. Трэш через секунду. Контроль через 5. Убили трэш, быстрее. Лол. Контроль через 5 секунд. Пошли, помогли убить. Вот скажешь, когда стопать. Я не всегда слежу. Трэш вышел. Контроль через 3 секунды. Моб взрывается, дали стан. Контроль через 3 секунды. Это ДДшный моб. Крест. Не-не, это мили. Мили моб. Мили точно. Да. С маной. Приверженцев убили, моб взрывает. Стан ему. Трэш сейчас будет. Через 2 секунды. Добиваем мобов, трэш вышел. Контроль через секунду. Чугуняка за контроль, он под звездопадом. Чуганяка, бармаса. Справа два моба, ребят. Переключились милики направо. Тут вообще жопа не убиваются. Все переключились, РДшники также. По боссу стоп. Да, да, стоп. Убили мобов. Мобов. Трэш выходит следующий. Контроли, бля. Все переключились, РДДшники, все, кто может. Диспел. С царя обезьян диспел. Босса переводите, вы не успеете так, нахуй. РДД переводите, милики добили мобов, милишных.
Быстрее, нахуй, переключились. В кружок подошли милики, не вижу тут ни одного милика. Трэш, через 5 секунд, быстрее. Вторая фаза, добили трэш. Бомжей дали, слили трэш, все. Контроллеры сдали. Так, что у нас под байром? Чугуняки кидаем, мост, карочка, бэр, у нас кого-то. Иннер шансон. Иннер по шансон, духи пошли. Сова ушла. Сова, блядь. Трэш выходит через 5 секунд. Мили зона, духи. Трэш вышел, трэш влились. Я в контроле, за контроль Тивара, быстрее, блядь. Поджиганяки, БР. Не-не-не, по бузеру, БР. Мост. Трэш убили. Духи. Алиса, не бей, столько агра, я не догоню. Духи. Духи. Я взорвал духа, КП мне на... Контроллер раздали. Трэш вышел, трэш. Трэш слили. Духи. Иннер шамана. Контроль через 6 секунд. Блять. Прожимки, когда там говорить? Давай по прожимку. Трэш вышел. Ну блин, ну заберите его. Заберите фанатика, пожалуйста. Дох мили. Карочка. Дайр под дикость. Служи, выведите. Контроль через 5 секунд. Духи пошли. Контроль, секунда. Все, не набивай игру, хватит. Трэш слили. Духи пошли. Карочка. Духи. Не отбежал Шансун. Берса минута, 50% у босса. Влились в босса. Трэш, танки собирайте просто. Духи. Я в контроле, убью сейчас, на. Трэш, никто не бьет. Ложим. Так. Все, да? Зачем хилить? 10 человек осталось. Бросайте хилку, падаем. Чего вы тянете? Не в силах противиться моей воле. Стойте на месте или в лужу заходите. Давайте доживем до берцы. Вечную тьму. Мне надоело. А, по таймеру. А
А теперь я вам расскажу следующее. Еще один шаман даст Геру нахуй, стула, блядь. 500 ГП. Нахуя вы даете Геру стула? Ем. Сейчас, секундочку. Знаешь, по одной только причине. Если он контроль возьмет, он Геру даст. Я только босс. У нас два шамана. Два в контроль взяли, две Геры. У меня все время чаще всего берут в контроль. Чаще всего. Поэтому я со старта... Окей, чем ты будешь на второй фазе? Смотри, ко второй фазе, пока Гера откатывается. Я уже обрати внимание. А по поводу пухи, то, что ты не снимаешь, дополнительно добавь себе ГП. Я тебе сейчас лично, тебе в личку скину макрос, который снимает две пухи. Потому что Фурику, особенно Фурику... Ты больше, я сейчас всем нахуй, кто умеет контроль, накидывал ГП за то, что они не контролят, когда я ору нахуй контроль. Или как? Сейчас не надо. Подожди, дай на макрос. Подожди. Мастер, я тебе лично сам два раза кидал шибко, это говорит дикость. Если с тебя бьют тебя и снимают с тебя шип, то еще извини, блядь, как тебя еще контролить? Я тебе два раза три, кидал. Блядь, друида. Я понимаю, хорошо, что но я тебе дал два раза шип, с тебя снимает его. Я не знаю, если ты хочешь всем контроллерам дать. Короче, за этот Еще один нахуй страйк. Я вам сказал, пробуйте нахуй не давать Геру, я пока в хорошем состоянии. Фаркли, ты где? Он же написал. Не дать макрос на снятие пух. Одним прожатием. Двух. Две пухи. Кроме ружья. Ты в Дискорд его скинь, канал текстовый, общалка. Да, да, сейчас. Здесь смена сетов не пашет, блядь. По этой причине я не могу снимать их. Если бы ты мог, я бы... Я тебе сейчас макрос скину. Да макрос есть на снятие пух для Фурика. Ты две пухи указываешь, как у ролика, так у Фрозера. Единственное, как потом одеть опять во время боя пушки, это через... И квип два раза нажмет, и все. Да. Да, да. Блядь. Он одну секунду, потом вторая секунда. Гильдии, аддоны, общалка вот. Да, я сюда скину. Зайди, а в чем проблема не бить законтроленного? Ну что это за цифра? Вон макрос, это четко на две пухи. Одним нажатием. Это не макрос, а скрипт? Это не скрипт. Где я не вижу? Да вон в текстовом канале повесим. Как потом их одеть? Одеть через берешь управление экипировкой. Все, понял. Делаешь опять. И два, во время боя единственный минус, надо два раза на эту экипировку нажать. Спасибо. И все. Только не нажимай скиллы во время экипируешься, а то ты и так ее не экипируешь. Нужно макрос прожать до контроля или уже в контроле? До контроля. До контроля. Во время контроля не работает. За 3 секунды самое лучшее прожимать, если у тебя все нормально с интернетом. Этот макрос рабочий, я им пользуюсь уже все лето. Работает, я не проверил. Ну почему-то, когда мы первый раз убивали, нахуй никто с нас нихуя не снимал, и нормально все было. В чем проблема-то? Везение. Ты такой, вот смотри, ты требуешь контроль, можешь у кого-то немножко задержка. Ты тоже что-то учитываешь. Ну и задержка, ты тоже. Вроде не идем. Играешь фуриком, ты знаешь, что фурики, блядь, это зло. Ты буквально с одной-двух плюх ложишь в ПВЕ. Ты это знаешь. Чё ты одну пуху снимаешь? Не я снимаю, аддон снимает. Хорошо, аддон. Ну а почему вторую не снимаешь? Потому что аддон тоже ГП. Это тоже ГП. Ты всем раздаешь ГП, а себе не даешь. Всем я раздаю, ты увидел, что всем нахуй. А ну давай мне пролистай, кому я всем раздал ГП. Ты,
еще раз Геру, ГП, еще там не будет контроля. Я тебе еще раз, блядь, сказал, пролистай и скажи, кому я дал ГП, кроме себя, нахуй. Видишь? Видишь, нет, ты просто тогда о чем ты споришь, нахуй, сейчас? Я не спорю и не матерись, пожалуйста. Я тебе сказал просто, нахуй, Геру без команды не давать, даже хоть в контроле, мне посрать. Нет, все, хорошо. Извините, что влез. Аркли, что, дозвонился до тех поддержки, нет? Ладно, пуляем без него. Каски жду. Рыбу ставили? Так рыбы не было. Сюда. Рыбу. А темной магией просто не бахаем. А когда на второй фазе выходит трэш? Когда я говорю нахуй вливать что в трэш? Почему какой-то аркан кастует стрелы в леди? Это когда было? Когда может, я сказал играть трэш, я увидел это нахуй кросс камеру. А может быть потому, что вокруг меня находились исключительно трэш, который надо заливать миликом? И мне потребовалось время. Я бы тебе не обратил это внимание, если бы в этот момент не было нахуй как раз таки РДДшных мобов. Понимаешь, мне да. Вот я весь бой. Блять, давайте босса бить, съебал. Я стою под леди. Я стою весь бой. Нет, Вася, давай разберемся. Я весь бой стою под лестницей. Да помолчи уже, потом поговорите. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Трэш. Алиса, этот моб заявился. Моба выведена. Дай карочка, кто там на комбле. Сука, я не могу его тупо дамагать. Ты не в сил противиться моей воле. Контроль. Моб взрывает. Трэш вышел. Контроль через 5 секунд. Трэш через 4 секунды. У нас, кстати, лапки нет. Посмотри. Контроль через 5 секунд. Контроль. Трэш через 4 секунды. Стан. Контроль через 10 секунд. Как я и говорил. И покажи чужакам мощь нашего господина. Черт.
у как раз таки бузера через 3 минуты откатить. Трэш через 2 секунды. Контроль через 3 секунды. Контроли. Законтрольте. Законтрольте Вара. Не восприимчив. Я только что 12к урона уебал в контроль. И был без пушек. Шипу. Лично дошел и скнул. Я был смерч, успокойся. Пожалуйста. Там был смерч на нем, дерзкий. Трэш через 3 секунды, добивайте без... Контроль через 3. Трэш слили. Контроль. Босса играем, РД. Парви упал. Хорошо. Переводим босс. Быстрее. Вторая фаза. Трэш вышел, добили все трэш милики. И РД тоже. Контроль сняли пухи. Контроль раздали. Духи. Подживание БР, этот, карочка. Духи. Трэш через 5 секунд. Духи. Мощно. Бузер и микстурка. Трэш. Контроль. Я в контроле. Так. Мосса, БР по Шреддеру. Карочка. Давала уже БР, да? Сколько трупов. Прям во мне появился этот, и я ничего не успел сделать. Это я взорвал. Духи. Да можно ложиться. Расскажу больше. С этим ДПСом, с этим рейдом вы никого не убьете. Ты не в силах противиться моей воле. Падайте, ну. Ступай во тьму, в вечную тьму. Делайте, что хотите, руки как хотите, поднимайте, у вас ДПС 0, бля. Замени одного вот этого полуботинного нет. Это ШП, маленький лайфхак скажу, когда выходит, развешивайте сначала доты на этих, блядь, пидорасов, на милишных мобов, которые с маны. Когда они повесят щиты, по ним все равно будет проходить дома. Ну чё, ну может ты так делаешь, у Джованни так не делает. Ну, фанатик культа, 300к дамажен. Алло, блядь, здравствуй. Меня два раза в контроль взяло, у меня 800+. Чем? У меня что, у меня ШП лучше или как? Плюс у меня по этим еще 300к дамажен.
Конечно, нам ДПС не будет хватать, потому что милики не успевают. Милики только бегают за мобами. Ну вот, а потому что, блин, не убивают их. Хотя РДД могут помогать, и нихуя не помогают. А, как... я объясню в чем. Потому что вот мы начинаем бить наших милишных мобов. А, почему рейнджи по ним не играют? Потому что они щит начинают на себя настакивать. Но любой милик, первый щит или второй, он сбивает щит. Они без щитов в начале. Так можно рейнджам в начале? Объясним сразу, по щитам критическая атака не проходит. А проходит обычный щит. Поэтому его очень тяжело избить. Если есть какие-нибудь доты, постарайтесь сначала доты развесить на этих милишных мобов и только потом переключаться в РДДшных. Потому что их милики тоже кливом задевают, и они быстрее в любом случае будут умирать. Ну мы вот только бегаем, с одной свою сторону только убили. Пытаемся помочь на той стороне, и все, мы до босса даже не бегаем вообще. Мы только помогаем. Давайте сделаем по-другому. Милики мы здесь будем на босте и не бьют, кстати, босса. Это так, чтобы вы знали. Да бьют они босса, просто тут у рейд ДПС не хватает, ДПС, чтобы милики... Поэтому и не бьют. Так миликам помогают. Чисто плевается. Давайте мы будем мобов ближе к кружку, вот где я сейчас бегаю. Вот одни с этой стороны тут мобов будут держать. Мы, например, с этой Давайте, стороны. Давайте, короче, есть другое предложение, но... Можно попробовать, так и вайпаемся. Весь рейд, тупо весь рейд забегает за спину леди. РДДшники. Подожди, ты вайпнешь. Я сейчас знаешь, что сделаю? Не, это так не получится. Я сейчас перераспределю немножко пати по миликам, посмотрю. Вот смотрите, где кружок, там выходит два моба-приверженца. С ними большие проблемы. Где звездочка, там он всегда один выходит и два фанатика. С лестницы, насколько я помню, выходит то фанатик, то приверженец. Я не помню. Если чередуются, значит, сейчас сделаем очень просто. На стороне, где звезда, будет всегда один фанатик. Там будет поменьше миликов. Сейчас я просто пати ДДшников раскидаю. Там будет одного фанатика заливать. Так. Ну, миликов у нас маловато. Ну вот, допустим, я ищу танк. Отойду одну минуту. Так, сейчас мы как сделаем. Шарпи, смотри. Значит, смотрите, четвертая группа. Мастер, Кнозрук, Мосса, Шреддер, Шарпи. Вы все играете в кружке. В кружок, когда выходит, только когда выходит этот, кто он? Сейчас. Приверженец, Шарпи. Если ты видишь приверженца, он на себя щит с пула не кидает. Тянешь его в кружок. Когда выходит фанатик, хуй забиваешь. Его заберут Эвинар с микстуркой. На стороне... Где этот, кто он? Как он называется-то, блять? Звезда? Там будет стоять из миликов один ванзай. Хотя нет. Давай знаешь как. Тоже слушай, ну... Я один, если он там выходит, я ему каст собью первый. Я касты, пока да я всегда сбиваю. У меня в ротации сбивание касты идет. Все, подожди, давай я договорю. Значит, Ванзай, тоже стоишь в кружке. Все милики, тупо все милики стоят в кружке. Как мы делать будем? Когда выходит приверженец с ромба, Шарпи тянешь. Когда выходит фанатик, его забирают в этот самый, как он называется, блядь, звезду, где два БДК стоят. В случае, когда выходит этот... фанатик, и там будет, получается, три фанатика. В звезде будет три фанатика, их бьют РДД. Все РДД бьете в звезде, слева. Все милики стоят в кружке. Ванзай в кружке, четвертая пати в кружке. Теперь, по приверженцу, который один остается в звезде, как мы будем делать? Я про товар буду собирать вот здесь мобов, Шарпи будешь ко мне в кружок притягивать приверженца. Здесь будут эти мобы стоять, милики будете их сразу заливать. Так... Теперь по приверженцу, который в звезде один всегда выходит с той стороны, и два фанатика там выходят. Как только вы трех приверженцев убили, трех-двух приверженцев в кружке убили милики, побежали, захуярили последнего приверженца. Все, вот так будем делать.
Еще один контроль у нас появился, все заебись. Войт, но я все-таки предлагаю оставить меня на той стороне, потому что я буду микробурсы поэтому сдавать и сбивать первый каст, а рейнджер мне помогут. ДК собьют, в пизду, стой в кружке. Здесь будут три приверженца. Делаем по-другому, у нас так ДПС хуйня, Войт, спекайся в ДД, Шреддер такой танк. Нам нужен протопол. Ты... Протопол, вот там никакой танчик. Ты уверен, что да. Ты в Шреддере уверен? Ну посмотрим заодно, так вайпаемся. Блять. У нас половин 264 ложился к хуям от этого трэша. Ну я как-то не ложился, 254. Не-не, давай сейчас будем, так как я объяснил, в кружке будут приверженцы, в звезде будут фанатики. Одного можно поставить мосту тупо на босса. Блин. Не надо, зачем его на босса ставить? Трэш-то кто будет заливать? Ты видел, сколько он в трэш дает? Он же трэш бьет. Если он не будет трэш бить, то приверженцев тупо никто не убьет. А еще у меня вопрос, почему леди вот здесь вот не танчится на лестнице? Вот потому смотри. Что будут атаки и выйдет. И вот смотри, как мы давай сделаем. Значит, будет группа, которая будет всегда босса бить. Это будет первая группа. Турбой, старт обезьян и анкил, походу. Ну или давай человека 3, да, назначим. Че, 3 человека. Это будет турбо, царь обезьян и кто-то, говоришь, анкил. Вот вы втроем да. Бьете всегда только босса. Ты назвал тех, у кого самый большой урон по трэшу. Ну ладно. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, тогда дикость, мангал. Да киньте мосса лучше. Да подожди, да завязывайте нахуй. Дикость, мангал и тайномаг, вы втроем играете по боссу. Остальные ШП все, турбойс, анкил, совы, лок, две совы, лок. Вы играете по трэшу, который здесь где, это фанатики. Все, тем, вот мужик, тем, кто по боссу, заходить за босса, чтобы мы тут не мешались. Блять. Ну, хуй знает. Что это за как вариант можно, да, они тогда не, на них будет кидаться лужа, и мы меньше. Да, мы будем стягивать лужи в жопу, а не в центр комнаты, хилам будет проще. Не, за босса не обязательно, вы можете вот между этих двух столбов стоять на ступеньках. Вообще, я что заметил, есть вот по второй фазе, то духи появляются только вот в этой вот комнате, как раз таки. А вот на ступеньках уже, где вот мобы выходят, духи уже не. Что РДДшникам еще на второй фазе духи появляются вот для людей, где в то время сосредоточение большое людей. То есть он может даже появиться вон там в угле, если ну, там кто-то хуй, будет. Хуй его знает. Я что-то смотрел, что-то нихуя. Шарпи, ты тут? Стойте. Вы заебали своими котами, нахуй, серьезно. Да. Апокалиптика, ты в демоне, да? Да в смысле бесполезен, нахуй. Надо трэш пить. Собирай рейд с пятью котами, нахуй, и ставь их там босса сам. В смысле, а ничего, что коты это. Если дикие ауешеры. Начинаем бить, они ауешеры, да. Хуярим. Шарпи, только приверженцы. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Танки, бля. Шарпи, ты тут? Контроль. Ты миссы. Чего? Чё ты с моба с лестницы не тянул? Не успел. Следующий трэш. В смысле не успел, блядь? Пиздец. Контроль. Сняли пушку. Противиться моей воле!
Мосабер по Джованни. Трэш 5 секунд. Шарпи там фанатик, не надо его. На этих не трать пятерку. Контроль. Слева проблемы с мили-мобами. Бегу. Люди, которые на боссе, бомбу хотя бы кидайте. Столб огненный нахуй под тех мобов. Трэш. Чарпи, фанатик, не надо. С лестницы имели. Контроль. Моб взрывается, моба убил. Стан. Фанатик РДД. РДД в черепе. Эх, череп. Череп залетит и быстрее РДДшники. Лужи. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Зря ты, Алиса, там танчишь, там можешь выйти в центр. И дать притяжку. Трэш. Контроль. Ты не в силах противиться моей воле. Леди. Чуть-чуть. Надо переводить с этим трэш. 700. Переводите. Так, карочка, БР по чугоняка. Маба добили. Трэш вышел. Дайте притяжку по ДК по ним. Контроль. Все приключились, трэш. Да это залупа уже, все. Не хильте, ложимся. Давай попробуем тактику за один босс. Проверим заодно. Ты думаешь, мобы сбегутся и ты их завешишь? Нет, но можно попробовать. Какой заодно и босса бить. Ребят, такой момент. Сейчас я стоял под боссом, меня в контроль взяло 4 или 5 раз. Либо мне сейчас адски просто повезло, либо, соответственно, она как-то контроль выбирает по расстоянию. Ты где такую тактику на X5 видел? Ну, только на X5, X25, X10.